Сейчас смотрю на свою кружку с кофе, которую мне любезно подарил Свет Новотроп год назад. На ней такой стойкий лавенный солдатик, да, в общем, практически нарисован. Это все про радио РНДУ на самом деле, да, потому что 31 год. Ситуаций ярких, о которых мы так любим говорить, было много, но еще и было много ситуаций напряженных, когда прям на волоске просто все висело. И, конечно, это праздник нашей молодости, вечный. И ключ в сундуке, в этой студии я его охраняю от вечной молодости, от эликсира вечной молодости. Ты знаешь, как говорят слушатели, это прекрасно. Они это ценят, это здорово. Знаешь, даже мне очень приятно, всегда вот радует такие моменты, когда я вот познакомился с соседом своим новым, он там меньше года живет рядом, у нас квартира рядом, там тамбур один, я его не видел, мы постоянно в разное время приходили, и тут встретились, потому что у нас отключили свет, там, в общем, защелкнул замок, вот я прихожу, он говорит, а вы где работаете? Говорю, радио Рандеву. Говорит, я так и понял, я вообще всегда слушаю радио Рандеву и вас, в частности, и вот таким образом мы познакомились с соседом, вот. Но я вижу, что это наполнено на самом деле, так жизнь, она всегда связана с радиостанцией, как бы узнают люди и делятся своим искренним. Вот это же не какая-то там глупость, прибежали, ой, вот. Нет, люди взрослые, нашу радиостанцию слушают взрослые люди, не случайно у нас вот такой классический, очень классный, но все-таки очень старинный культ аналоговый, да? Потому что я всегда говорю, мы аналоговые люди, не цифровые. Так и есть, а я специально же его храню. Ну, во-первых, такое больше не найти нигде, вот по качеству передачи звука. Да, как, кстати, микрофон, в который ты сейчас говоришь, я-то вот говорю в цифровой, а ты говоришь в ламповый, который мы у англосаксов отжали, когда еще была взаимосвязь, когда еще можно было за фунты стерлинги купить эти штуки. Он на BBC 2 микрофон долго работал, и сейчас он здесь, вот тот самый, в который говоришь ты. И у него звук тоже ламповый, да. И я очень надеюсь, что он долго нам прослужит, потому что звук, который он выдает, и ты это слышишь каждый раз, дает возможность ведущим купаться в эфире. Потому что когда слышишь свой голос так, как ты его слышишь, эфир всегда очень яркий и насыщенный. Впрочем, по твоим эфирам это понятно. У нас остается буквально полторы минуты, и наступит очередной день рождения. Ты помнишь дни рождения какие-то яркие, которые были у радиостанции? А, кстати, ты пришел ведь не с первого дня работать на радио РНДУ, а чуть-чуть попозже, да? У меня написано на госуслуги. Вчера прислали мне. Ваш трудовой стаж составляет 30 лет и там 2 недели, что-то такое. Вот я говорю, чуть-чуть меньше, да? Я пришел 7 мая 1993 года, ровно в день радио. Ну как пришел? Я пришел, подождал 4 часа и ушел, потому что никто выйти не смог. Очень хотели бы выйти меня встретить, но никто не смог выйти. И встретили меня уже 8-го. Итак, времени 14 часов и 19,5 минут. А у тебя клавиши. Нет, а ты давай объявляй уже. Как бы, ты же знаешь, ты же профессиональный диджей. 30 секунд у тебя есть до того момента, как пойдет джингл. Да, в этом джингле все абсолютно прекрасно. Я когда шел по второму этажу телецентра в студии, и он раздавался из продакшн-студии, у меня всегда замирало сердце вот 30 лет тому назад. Голос Марины Ливановой и Мишель Краковский, ну и Лёва Валькова. Слушайте радио РНДУ, это, конечно, фантастическое совершенно. Я всякий раз, когда слушаю, у меня замирает сердце. Это просто невероятно. Это было 31 год тому назад. 14 часов и 20 минут. Радио РНДУ. Радио Рандеву. Вы слушаете Радио Рандеву. Слушайте Радио Рандеву. Руслан, я поздравляю тебя с днем рождения, с очередным днем рождения Радио Рандеву. Дай бог еще столько же.
как минимум, да, может и больше. Спасибо, я... Мы уже проверить не сможем, пускай он. На этой частоте звучит настоящая музыка. Да, я в 16 вернусь в эфир, отработать вечернее. Ну, давайте анонсируем гостей ваших. Ну, Свет Новаторова, это мой самый близкий друг, один и просто совершенно невероятный человек, большого сердца. И Sky Fashion чуть позже, Эд Краков придет, да. Все. Возможно, даже песни попоем, да? Да как пойдет. Ну, твою любимую песню «С днем рождения», да, ну и тогда. Друзья, поздравляем вас с днем рождения радио «Рандеву». Нам 31 год и... уже 1 минута и 38 секунд. Оставайтесь на частоте 103.4 FM. Мы с вами честны. Уверен, что вы это цените.